Всем привет! Это телеканал Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю проект «Мама, купи мне пони». Это первая часть. Потом будет продолжение. Так, давайте начинать. Так, доченька, вот мы в магазинчике такой маленьком, он недавно открылся. Да, мама, я знаю, ты мне говорила, так как я закончила четверть на отлично, ты какой-то мне там сюрприз хотела купить. Да-да. Пройдем. Ну и, конечно же, я хочу себе купить прекрасный чемоданчик. Ах, ясно, так и знала. Ладно, пойдем. Быстро возьму твой подарок. Принцесса Луна! Большая принцесса Луна. Да, вот ее мы и берем. Мама, это мне? Конечно же, тебе. Мамочка, спасибо. Пожалуйста, сейчас я еще возьму вот это. И пойдем на кассу. Хорошо, мама. Ой, я так рада. Это же принцесса Луна. Это вот этих вот пони принцессы. Круто. Мама, я даже и не знала этого. Я-то думала, ты мне просто пони подаришь, а ты такую большую. Да-да. Ладно, пойдем на кассу, пока... Опять очередь эта очередная. Ладно, пойдем. Бери свой подарок. Я его, кстати, заказывала. А как я его потащу-то? Свалила. Вот так вот. Ура, поняха. Так. Ладно, ждем, когда очередь пройдет. Да-да, ждем. Так, пробейте мне, пожалуйста, вот эту расчесочку. Сдык, сколько с меня? 150 рублей. 150 рублей. А, вот держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. А мне этот йогурт. Сдык, с вас всего 50 рублей. Вот держите. Спасибо за покупку. Заходите к нам еще. А нам, пожалуйста, вот пробить вот эту вот пони. Ой, пип-пип. О, простите, у нас перерыв. Как это значит перерыв? Ну так, это у нас перерыв маленький на обед. Подождите еще минутку. О. Ладно, дочь, пока пусть твоя пони тут постоит. Я пойду себе сейчас посмотрю. Какой красивый платьишко. Ну вот, еще видно долго ждать. Ох. Да. Давай пока пакетик возьму. Я пока вот это сложу. Ну и пока на Луну смотрю. Вот такая принцесса Луна. Такая вот красивая. А была эта стороне там какая-то... предупреждение какое-то написано. Такая красивая. Компания Hasbro. Да. Все, закончился перерыв. О, наконец-то. Мама, ты идешь? Да-да, иду. Так, ладно, пакет я не буду брать. Так, вот это вот сюда. Пробейте нам, пожалуйста, вот это все. Даже вот эту принцессу. Да. Хорошо. Вздик. Так, Вздык, с вас всего 6 тысяч. Мама, она так дорого стоит? Ну да. Вот для тебя мне ничего не жалко. Иногда, конечно же. Вот, держите. А, спасибо за покупку, заходите к нам еще. Спасибо. До свидания. Не терпится мне эту поняху открыть. Ладно, пойдем домой. И всем пока. Вы были телеканал Тыковка ТВ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях и смотрите продолжение, вторую часть, распаковку пони Луны. Всем пока. Пока.